Возможно, он хороший человек, а ты говоришь, но он неудачник. Почему ты так думаешь? Мне так показалось. Если хочешь знать, сеньор Алекс взял его на работу только из жалости. А я думаю, что не из жалости, а из благодарности. Если бы Чучо не подобрал бы его после аварии, он был бы уже мертв. Так что помни об этом, когда будешь с ним говорить. Чучо заслуживает снисхождения, понятно? А вот я. Привет, какую работу вы мне дадите? Работу? Ну, не знаю. Можете позволить ему обслуживать семью Марии в ПЦ? Ты с ума сошла, Филиппа? Этим людишкам еще и собственную слугу подавай. Алекс занял Чучо, и теперь нужно дать ему работу. Я обслуживаю сеньора Викторию, но Эзекиэль и дом, и сеньор Алекс, а вас, Бруно... Есть Эрик. Не вижу ничего плохого в том, чтобы Чучо будет их обслуживать. Господи, да между ними и этими людишками нет никакой разницы. Неизвестно, кто кого будет обслуживать. Но я скажу вот что. Я не хочу видеть этого человека в своем доме. Убирайся. Пошел вон. Да, сеньора, я уже собирался уходить. Нет, не сюда, туда. Что? До свидания, спасибо, до свидания. Кто-то против? Я-то нет. Но посмотрим, что скажет сеньор Алекс. Нахалка. Скажи Эрику, пусть ответит на спа. Эрик только что ушел. Он повез Юриту Паулу в колледж. Хотите, я попрошу Аугусто? Ha 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 ha!